Замечательно. Добрый вечер, уважаемые зрители, с вами Сервал. Мы все-таки, я все-таки решил добить Фрида 4 главы, чтобы не оставлять его на следующую неделю. Как же говорится, зачем оставлять на следующую неделю то, что можно добить сегодня. Так что поехали. Благо, что вроде силы и желания есть. Да, я здесь совсем закончил, давайте я сразу раздену всех тогда уж. Да, отлично. И квип тоже тогда у вас заберу. Плюс можно и лук там забрать, да. А, не могу его дезэквипнуть, лол. Ну ладно. Все нормально, да, теперь? Отлично. Похоже, что уже вечер. Я действительно хотел отчитаться об этой красной двери до конца дня. Как тебе подумать, я не думаю, что декан Ван Дайк сегодня здесь. Возможно, нам стоит отчитаться инструктору Сари для начала. Да, ты права. Я расскажу ей все, как мы вернемся обратно в общежитие. Привет, Аска Юра, тебе ведь. Да, я тоже думал до пятницы ждать, но потом подумал, что лучше уж закончу сегодня предей, чтобы в пятницу уже спокойно к сюжету прийти. Рад тебя видеть, располагайся. В любом случае, спасибо, что пришли со мной. И я не знаю насчет вас, ребят, но после этого я чувствую себя достаточно побитым. Постарайтесь сегодня хорошенько отдохнуть. Обязательно. Ладно, увидимся позже. Оу. Dragon Vision? Это что за фигня? Автоматически анализирует поврежденных врагов. О, вот это, кстати, офигенно удобно. Должен заметить. А, у нас был, похоже, кварц в АОК, слово, да, я вспомнил. Так, что по бондингам? Лаура, Эллиот. Другие выборы есть? А. А, у нас все здесь, да, получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, плюс Кроутова. Да, окей, все правильно. Да, все правильно. То есть либо Лаура, либо Эллиот. Ну, кстати, у меня есть Лаура и с Эллиотом, все в порядке в этом плане. Ничего даже не знаю. Наверное, с Лаурой пополезнее будет. Мы нашли журнал, который предлагает призы, если выбрать победителя в летних гонках. Пришло время наконец-то воспользоваться всем тем временем, которое я провел на гоночных трассах, наблюдая и желая, чтобы у меня были деньги на то, чтобы поставить. У меня же практически в руках это соревнование. Приотировал. Ну, я как-то тоже для себя внезапно решил, что можно и постримить немного под вечер уже под конец. Да и атмосфера подходящая как раз здесь. Вечер тоже. Старый школьный здание действительно полно сюрпризов, не так ли? Сначала лифт, теперь механическая красная дверь. Возможно, мне стоит пойти и самому проверить, когда наконец-то будет время. Хотя не сейчас. Я целиком полностью устал от всей этой работы. Возможно, моему мозгу нужен небольшой допинг в виде очень сладкого пончика, который я спрятал в комоде. Мне кажется, он бы не выглядел более счастливым, если бы я дал ему миллион мира. Похоже, он действительно любит сладости.
Плохо сказать, а что у нас, какие у нас вечером бондинги есть? Не бондинги, а эти профайлы. А, ну как раз с Джорджем, да, он любит сладкое, судя по всему, нам это рассказали только что, да. Фридель должна быть на втором этаже в гимназии, ну, если в спортзале. Окей. Начнем, пожалуй, с отсюда. И же никого из бодингов нет у нас? Нет. По крайней мере. Только на то, на что стоит тратить. Ну, я доберусь до туда чуть дело. Все равно по всем локациям буду пробегать. Ну, спасибо, что помнил, да, на обхожке тоже надо не забыть. Дороти очень серьезно пыталась воодушевить меня начать читать книги, которые посвящены более детальному разбору особо экстремальной дружбы между мужчинами. Оглядываясь назад, похоже, что... Это было ее намерением с того самого времени, как я приснился к клубу. Мне даже практически уже стыдно, что я согласилась на это, и что мне пришлось так долго понимать, чтобы мне заняло такое время, чтобы понять это. Но лучше поздно, чем никогда. Ну да, похоже, на что действительно... Некие уже неплохие, по крайней мере, не все из них. Что-что, говорите, у нее волосы поседеют, если она будет так серьезно работать. Но. Значит, наш клуб закрыт, если мы проиграем в сражении следующего месяца. Прости, Макис, похоже, что они действительно обо всем позаботились. Такая, такая бедная, я думал, что в этом году все пойдет в гору из-за того, что ты присоединился к нам. Все еще не кончено, Стефан. Если они действительно пошли ва-банк, то еще больше причин ударить им в ответ посильнее. Мы толпы полностью уничтожим их. Ага. Да, не стоит трусить. Вы как бы сражаться будете неизбежно, а уж победить или проиграть зависит целиком полностью от вас. Так что вперед, ребят. Удачи вам. Покажите, кто здесь главный. Привет, Дарил. О, это ты. Боюсь, что судьба выдала тебе ужасную участь сегодня. Ой, здравствуй, Рин. Как ты сегодня поживаешь? Вот большинство людей так начинают свои разговоры. Неужели так сложно? Прошу прощения. Я всем сердцем suggest that you take special care, но предлагаю тебе особые услуги, впрочем. Ну вот как. Интересно звучит, интересно. Как бы ты хотела сопроводить меня на летний фестиваль Това? Всем нужен перерыв временами, и похоже, что это идеальное время. Если у них защита за счет... И не всегда. Этот нет. Я бы хотела, по крайней мере. Возможно, если я справлюсь со всей работой, навалившейся. Сходить на летний фестиваль было бы действительно ужасно здорово. Может быть, я сейчас смогу справиться со всей этой работой. Есть целый миллион вещей, которые бы я хотела сделать вместо посещения скучного вечера в саду. Прогуляться по летнему фестивалю под ручку с Товой, например. Я думаю, от этого бы мало кто отказался.
Да, Квитета тоже был так же наивен, как и Товый, считал, что от работы можно избавиться полностью и целиком, если все это правильно делать. Nope. Это так не работает, к сожалению. О, Гайус и Юсис тут. Че это тут вдвоем делаете? Число... несколько важных гостей приглашены на банкет в имперском замке каждый год. Полагаю, что мой отец и брат... что имена моего брата и моего отца в списке гостей. Учитывая то, что они члены одного из четырех этих домов. Но учитывая прения между армиями и другими происходящими делами, я не уверен, что они выберут сделать в этом году. Не то, чтобы меня это касалось, конечно. Ну, не то, чтобы тебя это совсем не касалось, Юсис. Ну да ладно, тебе виднее. Наши приучения в Норде заинтересовали меня в чтении некоторых старых легенд. Ну, так я оказался в библиотеке с Юсисом. Надеюсь, что он сможет показать мне несколько приятных книг по этому предмету. Тач. Здесь есть кто-нибудь? Нет. А, ну, собственно, библиотекарша еще здесь. Кроусер не очень ответственный молодой человек. Впрочем, оно и видно. Даже сильно удивлен, да? Так, здесь вообще никого. Ну, это тогда во дворик сходим. Тот, кто вроде был. Патрик, что ли? Поверить не могу. Подумать только, что меня так одолели. Да еще и дама к тому же. Это Фридель. Ее сила просто нечеловеческая. Но не стоит ее беспокоить, пока он успокаивает собственную ярость. Да уж, хорошая идея. Ух, ёлки-палки. До свидания. Не вас я здесь ожидал встретить, женщину. Не вас. Определенно не вас. Хм. Давно я не занимался настолько серьезной дуэлью в ближайшие... Ну, да. Это не так уж плохо так-то. Как будто кто-то поверит это после того, как ты уничтожила его. Черт возьми. Даже у меня нет шанса, когда ты распаляешься. Но я полагаю, что именно поэтому ты являешься ужасом клуба фехтования. Это было чертовски круто. Давно я так серьезно относился к сражению. Патрик довольно неплох так-то. Ну, не знаю, он нас даже ни разу не сходить не успел. Без шуток, ты полностью уничтожил его. Невольно вспоминаю ужасные воспоминания того, как мне пришлось пройти через то же самое. Угу, теперь мы по ней тоже получили информацию. По идее, по Джорджу еще есть, да? Окей. Джордж нам у нас не такой оказался малоинформационный, как я ожидал. Ну ладно. Так, с Лаурой мы поговорим чуть позже. Благо, что, скорее всего, я ее буду заносить в бодинг в дальнейшем. Ладно. О, Фи. Привет. Вот я так и думал, что найду тебя именно здесь. Цветы, которые пытаешься вырастить, не очень хорошо себя чувствуют. Возможно, я не могу выращивать цветы вообще. Но если ты будешь забывать их поливать, то, конечно, это логично. Полагаю, люди вроде меня не могут заставлять цветы цвести. Неправда. Просто относись чуть более ответственно к этому делу, вот и все. Говорят, что цветы отражают сердце того, кто выращивает их. Не уверен, что цветам Фи будет лучше, как только она преодолеет то, чем она связана сейчас. Я тоже так думаю. Просто нужно это пережить, вот и все. Так, нам нужно отправиться сюда. Кто у нас кто? О, Алиса, привет. Это Феррис? Что он вообще делает? У нас сегодня нет практики.
Изидор, возможно, я действительно желаю подружиться с Алисой. А почему мой брат говорит такие вещи? Я не могу допустить таких извращенных мыслей в моей голове. Ну, на самом деле, тебе пора бы уже подружиться с Алисой, она не такая плохая девочка. В отличие от тебя. Шучу. Это действительно такой быстрый, как о нем говорит Ламберт. They got back from the riding. Слушай, они очень быстро вернулись с прогулки. Ну, полагаю, что Ламберт выращивает его с тех пор, как он был первокурсником, поэтому в этом есть смысл. Я только что вернулся с быстрой поездки по шоссе. Как и ожидалось, вид комп в лучшей форме. Good for him. Так, здесь был еще кто-то. Я же не знаю, как начали с чата. Приятненький рад тебя видеть. Почему бы и нет? Что мне с этим делать? Все в порядке? О, привет, Рин. Вроде говоря, я нашел чернильную кисточку на территории этим утром. Пытаюсь понять, бросить ли ее в измельчитель. Довольно милая. Что вы знаете под чернильной кисточкой? Ну, просто кисточка, но не похоже, что на ней есть какая-то краска. Смотрите, если я взгляну. Гиллер показал Рину чернильную кисточку. А, я узнаю ее. Весьма вероятно, это восточная... Это... Каллиграфическая... Восточно-каллиграфическая кисточка. Вы видели такую вещь раньше? Да, кто-то очень близкий ко мне интересовался в каллиграфии, поэтому для меня это знакомое зрелище. Это искусство, которое люди вкладывают в свои мысли, эмоции, когда они что-то пишут. Искусственные каллиграфы могут выражать свои чувства в каждом написании... И символы, которые они пишут, из-за чего ее работа становится уникальной. Ну, раз это не что-то интересное, тогда я уверен, что владелец должен был оставить где-то совершенно случайно. Хотел бы вернуть ее владельцу, кем бы он ни был. Знали кого-то из Академии, кто интересуется восточной каллиграфией, так же, как бы и мастер? Есть только один человек, о котором я могу подумать, у которого есть такой же интерес... Короче, я не думаю, что он сейчас находится на территории кампуса, но стоит попробовать. Я думаю, что я знаю, кто владелец этой кисточки. Не узнаете, если вы дадите ее мне? О, вы наверное знаете? В таком случае это значительно упростит мою задачу. Вот, забирайте. Спасибо. Я передам ее владельцу. Я просто надеюсь, что у вас правильный человек на уме. Его нет в кампусе? Ван Дайк, что ли? Похоже на правду вообще. Так, кто у нас вообще еще тут есть? С кем еще не общался из наших? Ну, вроде со всеми, да, получается? Стоит только в главное здание, собственно говоря, наведаться. Презентатор, он в данный момент по делам уехал. Приближается летний фестиваль Хеймдаля, его затянуло в разные встречи, то здесь, то там. Жестко сегодня. Я тоже так думал, хорошо, но подумал, что вроде как у меня есть еще силы и время закончить фридей, чтобы не откладывать его на следующую неделю. Хочется насладиться, скажем так, open world'ом за следующую неделю, возможности. Он всегда так занят это время года. Психанул бывает. The orchestra will finally be performing next month. It's been a pleasure to see them all practice and grow. Vaguely await the chance to see the fruits of their efforts on the stage. You know what, Hamdall's summer festival really takes me back. Oh, have you been to Hamdall? I used to work there, actually. Unfortunately, I couldn't attend the summer festival very often since the job had been traveling all the time. Oh my, I can only imagine you had quite a busy workplace.
Здрасте. Как дела у вас, ребят? Я прошу прощения, но у меня есть огромное количество работы, которую нужно закончить. Ага. Только ты и я. Именно поэтому нам нужно выпить. Это наш шанс расслабиться, разговорившись обо всех трудностях, которые у нас есть. Подожди, мне кажется, ты не понимаешь, о чем я. Бедняга Найтхарт. Ага, тебе стоит сделать перерыв от работы, хоть и хотя бы сейчас, и присоединиться ко мне. На форуме твоих отзывов нету постоянно, видите, какая уже глава. Да, есть такое, но на подробные отзывы меня не хватает, потому что я очень поздно возвращаюсь с работы. А кратко писать мне не очень хочется, потому что писать кратко мне особо не о чем. Подумайте об этом как о шансе получить качественное времяпрепровождение с товарищем, со своим коллегой-инструктором. Я знал, что мне стоило закончить свою работу этим днем. Но затем эти уроки плавания. Я ведь сделал их ради блага студентов. Ага. Мучил нас, теперь мучайся сам. Инструктор Макаров, курить на территории кампуса запрещено. Как я вам говорил уже много-много раз. Да, простите, пожалуйста. Много раз нужно мне говорить ему, что в школе нельзя курить. А сейчас бы надо время в Word писать. Свободное время. Смешно. Ну, кажется, сегодня действительно особо серьезно к работе, да? Оу, он здесь? Серьезно? Я рад, что успел к вам, Декандват Дайк. Я слышал, что вы вас должны быть сегодня на территории кампуса. Добрый день, Шварцер. К сожалению, я сюда заехал только за бумагами, которые мне нужны для следующей встречи. Но вы поймали меня в тот момент, когда я должен был уезжать. У вас есть какой-то ко мне вопрос? Я для него могу уделить вам минуту-другую, чтобы помочь студенту. Спасибо большое. У меня есть один большой быстрый вопрос. Определенно нет времени для отчета о старом здании. Довольно странный вопрос. Галлер, дворник, дал мне эту чернильную кисточку. Она случайно не ваша? Это она. Я уже думал, что потерял ее ранее. Я так и подумал. Я рад, что я смог воссоединить ее с ее законным владельцем. Здорово, Зизи. Спасибо большое. И где же ты нашел ее? Ну, Гиллер дал ее мне. А он сказал мне, что нашел ее неподалеку от фонтана этим утром. Понятно, ну в этом есть смысл. Я действительно... прочитал мысли там этим утром. Однако я оставил ее там, когда кто-то меня позвал. К тому времени, когда я смог вернуться, она исчезла. Как же я счастлив, что она снова у меня. Спасибо тебе еще раз большое время, что уделил. Большое спасибо тебе еще раз за то, что потратил время и силы, чтобы высадить нас, Шварцер. Это не такая уж большая проблема. Мне даже было любопытно. Эта кисточка даже была мне любопытна. Похоже, что вы давно ее используете. А, значит, я заметил, это был подарок от моего старого друга. В твои юные деньки мы постоянно спарринговались, и оба... Ну, когда ты еще под стол походил, когда ты еще ходил под стол, мы постоянно спарринговались, улучшая наши умения, чтобы мотивировать друг друга. Он был одним из тех, кто обучил меня искусству достаточно каллиграфии. Каллиграфии, по-моему, да, все-таки правильно? Или каллиграфии. Я полагаю, что с тех пор уже 10 лет прошло. Удивительно, что у вас, что этой вашей кисточке уже столько лет. Прошу прощения, Рина, боюсь, что мне нужно уже идти. Я бы хотел, чтобы у меня было больше времени обсудить каллиграфию с тобой, но, увы. Ну, может быть, в другой раз. Он быстро ретировался. Ну, с другой стороны, понять его тоже можно, дела-дела, да? Надеюсь, что я из-за вас, из-за меня вы не опоздаете. А, да не переживай. Немного поблагодарить тебя в должной мере за то, что ты вернул мне мою кисточку. Просто возьми это в качестве благодарности. Оу, спасибо вам большое. И на этом я должен уходить.
И теперь я буду ждать отчета о старом здании по моему возвращению. Интересно, его старый друг это тот, о ком я действительно думаю? Ну, очевидно, что это Кафай, господи. Мне кажется, даже задуматься об этом не нужно. В любом случае, возможно, мне не стоит оставаться в его кабинете. Если он ведь есть еще, вот нифига тут народище. О, это же мой дорогой Винс, не возвращайся, если присоединюсь к тебе. Мне очень жаль, но боюсь, что вы поймали меня в тот момент, когда я должен уже уходить. Ну ладно, тебе, дорогой, не нужно скромничать. Позволь мне проводить тебя до дома. Я молю тебя, во имя любви Эйдиус, пожалуйста, уйди. Ох, ну и ну. Охотник наконец-то нашел свою добычу. Может ли мастер Винсент обнаружить способы избежать кары этой ситуации? В любом случае, я буду на его стороне. Я испекла несколько кипяченек специально для тебя. Я наполнена любовью, в буквальном смысле. Попробуй их и посмотри сам. Он явно не заслужит этого. О, нет. Я баловалась с Крипкой Хибели, и, ну, одна из струн, типа, это, порвалась. Но это происходит все время, верно? Он же починит без проблем, да? Рип. Рип Минт. О, Эллиот за фортепиано сидит. Однако. Так, а здесь кто может быть? А, все еще эта девочка, скорее всего, да? Good for you. Иска, это ты? Да, это ты. Здравствуй, здравствуй. Очень грациозная кошка все-таки. Так, ну что, у нас остаются бодинги с Лаурой и с Эллиотом. Давайте разбираться с ними. Я вот даже не знаю пока что с кого начать, если честно. Очень кривая кошка. Возможно.